Будем убить, и я, ребят, это... Я, ребят, вам это... Бля, я чё, пацана-то теней еще бегаю. Так, стоечку пока по берегу, значит, я просто падаю, это, ребят. Так, сюда, сюда, держи, держи, держи танка. Держи танка, это ссылочка. Этот очень сильный, он под майтом. Ребят, у него майт 4 уровня, видите? У него дохуище, блядь, пиздец по атака. 9600, ребят, почти 10 тысяч по атака под майтом. Если майт не снимется, он на 4 минуты, блядь, то всю дорогу суда будет, наш танк будет терпеть по максимуму, да? Ну, если, блядь, у него, конечно, УД там есть, но сам факт. Это майт, ребят. Если майт снять, у него будет около 6800, 6700 там. Короче, сейчас 10 тысяч почти, а будет меньше 8, если майт снять. Можно подождать, пока он спадет, например. Ладно, я... Короче, вы поняли, 10 тысяч по атак под майтом, ребят. Не снялся, я понял. Так, а ты не с берсом бьешь, надеюсь? Если что, берса снимай отсюда. Ты там без берса бьешь, я надеюсь. Вот, а то это... Танка берса, ребят, снимайте на таких сложных РБ, где очень много атаки у РБ. Вот. Да, дебаф ЭШК — это самый лучший танк для РБ, ребят, нас. Он, блядь, просто дебафует, сам себе уменьшает проблемы. Так, 9, короче, 10 тысяч по атаке, почти 912. 724 по идее. Что с него падает, ребят? Быстро прикажу, он сейчас сдохнет, блядь. Дум щит на всем выпал в прошлый раз, ребят. Помните, я говорил, самый любимый щит. Дум щит, дум шлем, БВ шлем. Этот самый... Перил, блядь, перил падает с него. Ну и краска там с репутацией клана. В общем, такой, ничего особенного. Читаю про него быстро, пока он не сдох. Ребят, да, у нас такая пачка, что, блядь, РБ подыхает. Даже вот такой сильный РБ, у которого, ребят, за еще 2 200 000, как у Дейли РБ, ХПшка. Неисправное оружие, ребят. Red Boss 60. Неисправное оружие, созданное мистиками башни слоновой кости. А напуганными невозможностью воскрешения дьявола Белефа. Оно не стало подчиняться командам своих создателей и в итоге покинуло башню. Сделанное похожим на титанов, оно искало подобных себе долгие годы, исследуя останки цивилизации древних гигантов. В конце концов, оно пришло к выводу, что является единственным истинным титаном, пережившим катастрофу, и теперь жаждет отомстить богам, повергшим титан. Представляете, блядь, вот такой гигант, он на самом деле титан. Ну, вот он, видите, богам мстить собрался. В общем, вообще, короче... Никаких авторитетов, блядь, не терпит. Так, попробую сейчас, кстати, добить. Видите, у меня еще баф появился инфернальный, вот это на 60-м. Я просто попробую добить овером. Я просто попробую, блядь, это ни на что не влияет, ребят, потому что у нас пати, варк пати, но я просто люблю добивать овером, потому что есть... Да-да, я знаю, но у нас есть это самое, ребят. Есть такое мнение, ребят, что когда добиваешь овером, блядь... Так, ладно, нихуя не добил. Когда добиваешь овером, то дроп лучше. Есть, я вам серьезно говорю, это, блядь, есть такое мнение. Так, ну что, клетка ложный зид, яйца РБ, ранг Б, 5 штук, кстати. Да, щит целый не упал в этот раз, ребят, дум щит, один из кусков. На доспех Б, 9 штук. Магинское разрушение. Да, перил тоже не выпал, сука. Мудрость дух, ребят. Индух, мудрость дух. Бля, мудрость дух, заебись, на СХ краска. Так, дальше куда, ребят, смотрите. Мы раз, мы уж тут...